Подвальный вопрос. К нам в редакцию обратилась жительница дома номер 146, расположенного по улице Ескалиева. Обеспокоенная женщина рассказала, что ее квартиру не покидает неприятный запах, а из-за сырости появляются насекомые. Все из-за того, что в подвальном помещении не делают ремонт. Наши корреспонденты попытались разобраться в ситуации. Дому номер 146, расположенному по улице Ескалиева, уже более 30 лет. За это время, как и во многих других, в нем ни разу не производился капитальный ремонт. Это касается как самого дома, так и подвального помещения. По приезду мы сами в этом убедились. Струи воды из старых ржавых труб просачивались практически по всему периметру подвала. Также мы стали свидетелями того, что в одном из подвальных отсеков трубу прорвало так, что горячая вода из нее в буквальном смысле била фонтаном. Сейчас то, чтобы менять трубы, нам нужно отдельно сдавать деньги. Все это раньше ходило в эту оплату коммунальных услуг. Сейчас нас дополнительно требуют деньги. Вот по 6 тысяч в прошлом году собирали на замену труб. Ну, естественно, ну, не все сдали, конечно. Есть некоторые, которые и не хотят сдавать. Говорят, мы не обязаны это, понимаете? Людей всех не заставишь. Но я-то тоже понимаю, по-любому надо сдавать, потому что это же наши же проблемы. Ну, то, что вы подвалы видели в таком состоянии, они ужасно находятся. Все затоплены канализационными стоками полностью, и вода у нас, вот, позавчера только дали воду нам горячую. Естественно, я уже ожидала, что прорвет в двух-трех местах обязательно, потому что трубы настолько гнилые, это вот это розлив, общий розлив горячей воды, его надо менять, он весь проржавелый. Председатель КСК номер один поведал нам, что на балансе этого КСК сегодня находится 30 домов. Ежемесячный платеж от них должен составлять порядка 1 миллиона 200 тысяч тенге. Но из-за неисправных плательщиков сумма значительно разнится. Так, на сегодняшний день долг по всем домам составил 3 миллиона 300 тысяч тенге. 234 тысячи из этой суммы задолжали жильцы дома, о котором идет речь. Проводилось собрание в 2013 году, 5 июня, вот есть протокол собрания, на котором все жильцы решили собрать, заменить горячую и холодную воду. Вот. Значит, по расчетам оно вышло по 6 тысяч тенге с квартиры. На сегодняшний день из собранных средств холодная вода полностью заменена, на горячую не сдала 95 квартир, из-за чего стоит у нас этот вопрос в воздухе. Еще раз, сколько квартир не сдали? Не сдали 25 квартир. Из 90? Из 90, да. В ежемесячную сумму, оплачиваемую жильцами, входят работы по уборке прилегающей территории, текущему ремонту крыши, ремонту подъездов один раз в 5 лет, чистке канализации, перекрытию труб в аварийных ситуациях и их замена до 2 метров. Председатель КСК пообещал, что работа по замене аварийных участков труб будет сделана в ближайшее время. А для того, чтобы сделать оставшуюся замену труб, необходимы средства, которые должны выплатить задолжавшие 25 квартир этого дома. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42.